В здании одного из торговых домов Петропавловска полицейские задержали 18-летнего парня. Ранее с заявлением в городское управление полиции обратилась 36-летняя женщина о том, что у ее 17-летнего сына неизвестное лицо под угрозой применения насилия вымогает сумму в размере 10 тысяч тенге. В ходе личного обыска у задержанного изъяли деньги, пневматический пистолет и пули, лезвие от складного ножа, а также полимерную емкость с приспособлением для употребления наркотических средств растительного происхождения. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Вымогательство». Сейчас полицейские проверяют причастность молодого человека к другим аналогичным преступлениям. Идет следствие.